Программа «День с толком». Здравствуйте, в студии Евгения Доровская. Смотрите в выпуске. Лучшая подача. Зачем футболист Федор Смолов оплатил ремонт сельского ДК в Алтайском крае? По Золотому кольцу. Кому по душе отдых на Алтае и к чему стоит готовиться, отправляясь в поездку? Кто виновен? Дело о крушении в ураган барнаульского судна «Барракуда» передано в суд. Итак, выход в рейс прогулочного теплохода «Барракуда» был запрещен. Расследование инцидента завершено, дело передано в суд. Напомним, теплоход попал в шторм во время сильного урагана год назад, 23 июня. По данным барнаульского следственного отдела на транспорте, судовладелец и капитан-механик получили от диспетчера запрет на выход в рейс, но проигнорировали его. Во время урагана волны достигали 1,5 метра в высоту. Судно начало сносить вниз по течению, отбросило на опору моста, на борту тогда находилось более 70 человек. Некоторых выбросило за борт. Капитану удалось спасти судно, но в результате пострадали 40 пассажиров. Один из них получил тяжкие телесные повреждения. И судовладельцу, и капитану-механику грозит наказание по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальный срок – 6 лет тюрьмы. Уголовное дело направлено в суд. А Государственная дума просит Генпрокуратуру проверить массовую гибель пчел и использование контрафактных химикатов. Экспертное заседание прошло в Москве накануне. Участвовали в нем пчеловоды и фермеры из разных регионов России, в том числе из Алтайского края. Напомним, случаи гибели пчел регистрируют в разных точках страны с начала лета. На Алтае, по разным данным, пострадало от 11 до 30 районов. Возможной причиной называют грубое нарушение сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов. По словам пчеловодов, все это происходит без нормально функционирующей системы регистрации и контроля за ядохимикатами. По мнению экспертов, проблема связана не только с гибелью пчел, она более масштабна. При опрыскивании полей химикатами попадают в почву и уже зафиксированы случаи отравления людей. Депутаты Госдумы считают, что процедуру нужно сделать более прозрачной. И главное – определить, за каким ведомством закреплен контроль. Напомним, сейчас в крае проводится комиссионное обследование пострадавших пчелохозяйств. В Алтайском крае появится ДК имени футболиста Федора Смолова. На скандальном шоу Александра Гудкова на YouTube нападающий «Локомотива» пожертвовал 400 тысяч рублей на ремонт крыши в селе Костенлук. Участники программы привлекают к себе внимание, выполняя необычные и порой глупые задания. Например, Ольга Бузова ползала в костюме таракана, а ее соперник, футболист Федор Смолов, чтобы не выглядеть нелепо, решил оплатить ремонт ДК. Дом культуры имени Федора Смолова. Да. В селе. Костенлок. Вот. Да. Но это лучше, правильно, чем вот там шампанское заказывать, правильно? Лучше Дом культуры поможешь. Дом культуры в Костином лагу на Яндекс.Картах уже переименовали. Крыша там требовала ремонта почти 30 лет. Потолок протекал в библиотеке, в танцевальном зале. Активные жители села составили смету и объявили сбор средств на сайте. Проект мы выставили где-то 3 месяца назад. Дела продвигались как бы не очень, и мы уже на самом деле опустили руки и думали, что навряд ли соберем нужную сумму. О том, что нам внесли, сделали взнос в таком размере, мы узнали неделю назад. А уже кто это на самом деле, я узнала вчера, когда мы начали писать в социальных сетях, поздравлять. К ремонту Дома культуры планируют приступить на следующей неделе. Уже осенью жители села не будут опасаться, что дождь может достичь их и внутри Дома культуры. Да, возможно, этот Дом культуры когда-то посетят туристы, которые приезжают за национальным колоритом в наш регион. 5 лет назад власти края озвучили планы. В год Алтайский край должно посещать не менее 3,5 миллионов туристов. Срок 2020 год уже подходит. И если точного числа приезжих мы не подсчитаем, то посмотреть на состояние маршрута «Большое золотое кольцо Алтая» можем. Что и сделала Анастасия Драган. Ей слово. У меня здесь и нет связи до сих пор. Все, пропали мы. Отсутствие связи – первый признак, что ты на природе, глухой и красивой. Алтайский район, село Куйган, здесь по карте схеме Большого золотого кольца Алтая должны быть интересные мероприятия. Что в вашем поселке нужно такого интересного посмотреть, туристического? Не знаю. День села, день сыра. Раз в год, да, такой? Да, в августе. Не совпали. Но и увидеть памятники природы тоже оказалось проблемно. Мы вот на этой машине. Нет. Это значит.
Так, например, с нашего маршрута выпал водопад Шинок в Солонешинском. Срезать напрямик из района в район не удавалось вообще, все дороги в окружную. К Демидовским шахтам в Краснощековском месили грязь и измазались на входе, но история, конечно, потрясающая. Высверлилось отверстие, сюда забивался кол деревянный, этот кол поливался водой, и при расширении, то есть разбухании, также вырывалась эта порода. По мере пути по брендовому маршруту мы прокололи два колеса. Хотя в 2012-м губернатор Александр Карлин обещал заасфальтировать всю дорогу, 1000 с лишним километров Большого кольца. Развитие туризма, судя по профильной программе края, лежит на внебюджетных плечах, то есть самих предпринимателей. Не помогает этому и сам брендовый маршрут, весь он не работает. Я предполагаю, что эта цена примерно в районе 40-60 тысяч рублей на одного человека, если учитывать, что этот тур будет не менее чем 8-10 дней и будет охватывать не только экскурсионные возможности, но и размещение. Стоит ли туризм внутри края таких денег, помогает ли этой сфере и как пройти путь самостоятельно, смотрите в нашем специальном репортаже. Анастасия Драган, Андрей Печоркин, «День с толком». Репортаж смотрите сразу после выпуска новостей, сегодня в вечернем эфире. Уж чем богат Алтайский край, так это история, действительно. В 19 веке Барнаул был одним из крупнейших поставщиков серебра во всей Российской империи. Об этом начинают забывать, но, к счастью, есть кому напомнить. В Барнауле открылась выставка, посвященная ювелирному делу на Алтае. Экспозицию посмотрел наш корреспондент Андрей Дреер. Барнаул, конечно, горнозаводской, но об этом уже и забывают. От сереброплавильного завода остались руины. Но есть и те, кто историю помнит. Например, поделиться знаниями готовы организаторы выставки, посвященной ювелирному делу на Алтае, банкнотам и монетам. Из серебра, выплавляемого в Барнауле, царская Россия чеканила 90% монет. Вот только один из самых любопытных и дорогих экспонатов выставки – купюра Белой армии. Своих денег не было, потому что не было никаких у них ни монетных дворов, естественно, ничего. И они вышли таким легким способом, то есть они стали делать печати на купюрах. То есть и когда пришла уже советская власть, то есть эти купюры все уничтожались. И то есть такую купюру найти сейчас очень крайне редко. Я ее нашел на заводе в кабинке рабочего, то есть в рваном помятом состоянии. Еще одна значительная часть выставки расскажет о ювелирном деле в стране советов. До перестройки многие мастера работали подпольно, тем интересней самодельные горелки и матрицы, тигли и надфили. На выставке расскажут о том, как в атеистической стране появились нательные кресты и о том, какие тайны мог хранить советский пылесос. В него, так скажем, засасывали серебряную опилки, там, что оставалось от украшений, то есть наждачкой пилили, и что оставалось, собирали пылесосом. То есть никто, как бы, если придет проверка, никто не заметит, что делали, как делали. Экспозиция разнообразна. Здесь ювелирные украшения действующих барнаульских производителей, а рядом древние кольца и подвески. И обязательный интерактив, мастер-класс по чеканке и выплавке украшений, чтобы не думалось, что работа у ювелиров не пыльная. Просто пыль эта стоит дорого. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Современное искусство все чаще переходит в интернет. 16-летний Саша Лощинин из Барнаула теперь может рисовать 3D-графику, создавать музыку и компьютерные игры. Такую возможность парню с особенным развитием предоставил Ростелеком. По просьбе Алтайского отделения Российского детского фонда Саше подарили компьютер. «О чем мечтаешь?» – спросила Сашу руководитель детского фонда Оксана Овчинникова, когда впервые встретила их с мамой на спектакле. «Хочу хороший компьютер», – ответил парень. «Так он сияет. Мы когда уже сообщили, получается, что компьютер уже закуплен, и что только осталось дату дождать. Саша эти дни ходит, улыбается». 2 года назад районная соцзащита решила направить для занятий с мальчиком своего IT-специалиста. И вот уже 3-й год Владимир Зюзденцев помогает ему освоить компьютер, который на время выдали в школе. Начинали с освоения простых программ Word и Excel, а сейчас педагог и ученик вместе пишут музыку и планируют создать анимационный фильм. Есть у Саши и другая мотивация. Мама воспитывает их с младшей сестренкой одна, да еще платит ипотеку. Ему бы хотелось освоить 3D-графику и когда-нибудь начать зарабатывать в онлайне. Я еще тогда подумала, что разговариваю вот не с ребенком, а с таким очень сильным человеком, прям сильным мужчиной, который не просит какой-то такой помощи, что вот купите мне там iPhone или еще что-то, чтобы вот я чувствовала себя крутым, а просит то, чтобы потом помогло его семье.
Крутая с подсветкой мышка, процессор для 3D-моделирования, мощная видеокарта. Специалист Ростелекома Виктор Ветлугин при сборке стремился к оптимальной конфигурации компьютера с учетом запросов мальчика. Выбрали платформу AMD, шестиядерный процессор, 12-поточный, видеокарта на 8 гигабайт памяти. Планы у Саши Лощинина с появлением новенького компьютера большие, и все благодаря друзьям, которые у него появились. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Валара». У меня к этому часу все новости. До встречи в вечернем эфире.